В образовательных учреждениях Ненецкого округа продолжается подготовка к учебному году. Приемные комиссии обходят детские сады и школы для утверждения готовности организации к занятиям. Школа номер 4 готова принять своих учеников 1 сентября. Депутат окружного собрания Татьяна Бадьян проверила образовательное учреждение на готовность к новому учебному году. В рамках визита депутат обсудила с руководством школы текущие проблемы и пути их решения. В период летних каникул в 4-й школе сделан косметический ремонт коридоров, кабинета математики, конференц и актового залов. К новому учебному году закуплены более 2500 книг и учебников. В рамках визита члены инспекции посмотрели кабинет первого класса, спортзал и столовую, туалет для учеников с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки школа готова открыть свои двери для учащихся. Численность обучающихся на 1 сентября составит 1013 детей. Угу. Первые классы принимает школа в количестве 111 детей. И в 10 класс пока набор по заявлениям составило 39 заявлений. Да. Здание школы номер 4 – самое новое в системе школьного образования Нарьян-Мара. Было введено в эксплуатацию в 2010 году. Ранее на одной из стен здания обнаружилась трещина, и его дальнейшая эксплуатация оказалась под вопросом. Однако ученикам и их родителям опасаться нечего. Недавно проведенное инженерно-техническое обследование здания подтвердило безопасность эксплуатации помещений. 4-я школа на сегодняшний день, может быть, она как раз является тем компонентом, который показывает, как важно вот единство вот в этом направлении. Не секрет, что сдавалась она очень сложно, там даже Архангельск помогал тогда. Вот, и я хочу выразить огромное спасибо именно депутатам «Единой России», которые поддерживали это как городской муниципалитет, как окружной муниципалитет и архангельские депутаты. Специалисты выдали рекомендацию провести дополнительные работы. Это необходимо для исключения потери несущей способности конструкции в перспективе. Средства на разработку проектной документации в объеме 1 300 000 рублей выделила нефтегазовая компания «Развитие регионов» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Валентина Чебичих, Надежда Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».